Основной приоритет – работа с детьми. Такую задачу поставил губернатор Сергей Морозов на расширенной встрече с уполномоченной по правам ребенка Людмилой Хижняк. Глава области обозначил несколько направлений, по которым будет строиться работа в регионе по соблюдению прав детей. В их числе недопущение дискриминации детей, соблюдение прав, уважение к взглядам ребенка и, конечно, большое внимание к семье. При этом нельзя скрывать и существующих проблем. Уже просчитано, что в нашей области в семьях с крайне низкими доходами и даже с отсутствием постоянного дохода воспитывается более 19 тысяч детей. Думаю, что всем понятно. Это огромное количество. И здесь рядом с нами, получается, находится в очень сложном состоянии достаточно приличное количество людей, пока еще молодого возраста, но, несомненно, которые являются гражданами Российской Федерации, и это наше будущее. Губернатор отметил, что необходимо как можно быстрее приступить к реализации положения послания президента Федеральному собранию в части поддержки семей. Необходимо приступить и к реформированию областного капитала «Семья», чтобы помочь улучшить материальное положение детей. Со своими предложениями, как можно это сделать, выступили участники расширенной встречи. В последние годы прослеживается такая тенденция, что алиментщики всячески уходят от содержания своих детей. И поэтому у нас также имеется предложение, как законодательная инициатива, ужесточить наказание в части невыплаты алиментов вплоть до привлечение к уголовной ответственности лиц, способствующих укрывательству данного имущества. Не все меры носят исключительно материальный характер. Участники встречи высоко оценили инициативу губернатора по созданию службы семейных консультантов. Она будет действовать во всех муниципалитетах Ульяновской области. Инициатива губернатора по созданию служб семейных консультантов позволит значительно совершенствовать работу с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации на ранних этапах. Оказание юридической помощи – еще одно важное направление по защите прав детей. Решение вопросов с жильем для сирот, создание хороших условий для жизни, борьба с невыплатой алиментов – все это входит в перечень проблем. По словам юристов, 99 обратившихся решают свои проблемы. В Ульяновской области очень развита система оказания бесплатной юридической помощи. И я в том числе являюсь адвокатом, который входит в систему оказания бесплатной юридической помощи. Также обозначу, что 99% это именно на бесплатной основе для обратившихся граждан. Губернатор также отметил, что в области появится совет при уполномоченном правам ребенка, а институт омбудсмена должен координировать работу всех ведомств по защите прав детей. Егор Цитов, Юрий Ломатов, Новости Улправда ТВ.